Баруху эт Адонай Мевурах. Барух Адонай Мевурах леолам ваед. Барух Адонай Мевурах леолам ваед. Барух эт Адонай Элохейну мелех ха-олам, ашер бахар бану микол ха-амим, ве-натан лану эт Торато. Барух эт Адонай нотен ха-Тора. Амен. Анахну никра ме сефер Шемот, перек 19, псуким ме 1 ад ашлеши. Бехотеш ашлеши лаце дне Исраэль ме эрец Мицраим бе йом азе бау мидбар Синай ве ису мирафедим ве яоу мидбар Синай ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלוהים ויקרא אליו אדוני מנהר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים. אמן. שבת שלום. В третьем месяце после исхода сынов Израиля из земли Мицраима, в этот день пришли они в пустыню Синай. И отправились они из Рефидим и пришли в пустыню Синай, и расположились станом в пустыне. И станом стоял там Израиль против горы. И Моше взошел к Богу и возвал к нему Господь с горы, сказав: «Так скажи дому Якову и возгласи сынам Израиля». Сегодня наш народ начинает читать недельную главу Итро, которая описывает одно из самых величайших событий, происходивших на этой земле. Это дарование Торы, или конституции Небесного Царства, живя по которой и соблюдая заповеди которой, в земле обетованной, народ Израиля должен был стать не только верным свидетелем существования Всевышнего Создателя Вселенной, но в первую очередь он должен был выполнить функцию народа священника, цель которого – восстановить отношения Всевышнего и всего человеческого рода, но также родить Машеха для всех народов. И слово «Тора», оно происходит от глагола «легород» – «преподавать» или «инструктировать». И родственное с таким понятием, как «море» – «учитель» и «горим» – «родители». То есть, по сути дела, народ Израиля должен был обучить народы мира, давая возможность также всем народам, язычникам, стать гражданами Небесного Царства. И сразу при прочтении этого текста возникает вопрос. Из Рефидим сыны Израиля вышли во множественном числе, но против горы стоял Израиль в единственном числе. И ответ на этот вопрос, почему такое развлечение, и ответ на этот вопрос звучит следующим образом. Возле горы Синай, в лице Израиля, одного народа с одним сердцем, Амихат, Велефихат, стоял, по сути, весь человеческий род, очищенный от нечистоты змея, вновь рожденный, готовый вступить в брак со Всевышним, где Тора также является ктубой или брачным контрактом между Всевышним и народом Израиля, по которой Всевышний обязуется быть верным супругом, а народ Израиля обещает быть верной женой Всевышнему. И слова, подтверждающие верность народа Израиля, звучат следующим образом. «Наасе ванишма» – «Сделаем и будем послушны». Именно единодушие Израиля – является тем фактором, который позволяет Всевышнему иметь близкие, интимные отношения со своей супругой, народом Израиля. Именно в Рефидим до этого народ Израиля имел конфликт со Всевышним. Это было искушение Всевышнего, это была ссора. И именно в эту точку, именно в этот пункт пришел Амалек. Другими словами, для того, чтобы принять Тору, народ Израиля должен быть в единодушии. И мы видим, что 10 речений, они начинаются со слов «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Мицраима, из дома рабства».
И слово «Мицраим» можно также прочитать как «Мицарим» – «из узости» или «ограничений». И это однокоренное слово с таким понятием, как «Мецер» – «граница» или «межа». И «Цорер» – это «ненавистник» и «враг». А также «Цара» – это «беда», «горе» и «при полигамии» – это «вторая жена». То есть смысловое значение корня «Египет» – «Мицраим» – это «беда», «узость» и «границы». И мы с вами видим, что вся культура Израиля, праздники, уклад жизни, отношения с ближним, с пришельцами напоминает нам, что мы когда-то были рабами, и теперь идем в свободу Царства Небесного. И присутствие Всевышнего, оно было явлено в силе Святого Духа, где народ Израиля и те народы, по традиции это 70 народов, которые присоединились к народу Израиля при выходе из Египта, они видели эти 10 речений Всевышнего, каждый на своем языке. Буквально в Торе написано, они видели голоса, видели голос шафара и видели лапидим, факелы, которые были над головами всех, кто стоял у горы Синай. И как такое может быть, да, что голос, он становится видимым. И Раби Йоханан, он говорит о том, что это как удар молота по скале. Когда бьешь молотом по скале, разлетаются искры, и звук, он становится видимым. По сути дела, все народы, которые были у горы Синай вместе с Израилем, они видели Тору, каждый на своем языке. То же самое явление мы будем видеть позже, когда на Шавуот все ученики Машеха единодушно пребывали в горнице, выполняя повеление Машеха и ожидая сошествия Святого Духа. Почему именно Тора, она должна была быть дарована Израилю в силе Святого Духа? Слово «руах» – «дух» происходит от глагола «леарвиах» – буквально «получать прибыль» или «извлекать выгоду». И слово «реваха» – это облегчение и удобство, это однокоренные слова. И «ревах» – это свобода и пространство, свободное пространство. Когда у человека есть прибыль, и у него всегда расширяются возможности выбора того, что можно приобрести. И расширяется пространство, по сути дела, для определенных маневров. Тем самым, давая Тору народу Израиля, Всевышний только возвращал свободу выбора, которую утратил первый Адам. Всевышний также давал инструкцию к этому миру, благодаря которому Израиль мог достигнуть не только единства со Всевышним, но также единения друг с другом через соблюдение заповедей. Поэтому на Синае должен стоять свободный народ с правом выбора, рожденный заново и имея привилегию выбрать то предложение, которое ему давал Всевышний. И из Торы мы с вами же знаем, что самым большим проклятием для нашего народа является изгнание из земли Израиля. И что мы видели на протяжении всей истории нашего народа? Ну и если говорить откровенно, то и сегодня этот римский галут, он еще не закончился, мы продолжаем жить в нем. Но мы также знаем из Торы и из пророков, что в конце времен Всевышний, он соберет Израиль из всех земель и вернет их на землю, и даст им новый завет, и Тору Всевышнего он вложит во внутренность еврейского народа, так что весь народ Израиля будет знать Всевышнего от мала до велика. Об этом говорит пророк Ирмиягу в 31 главе, об этом говорит пророк Иезекииль в 36 главе, в 37 главе, об этом говорят много мест Писаний. И меня всегда интересовало, как наш народ воспринимает Новый Завет, который напрямую связан с излиянием Святого Духа. Ведь мы с вами уже живем в этом Завете, а наш народ в большинстве своем не принимает. Почему Израиль до сих пор не верит, что мы живем во времена Нового Завета и, по сути дела, имея привилегию общаться со Святым Духом? И ответ на этот вопрос мы получаем из книги «Деяний» в первой главе, где Иешуа говорит своим ученикам: «Вы будете крещены Духом Святым».
Это 1 глава, 5 стих. «Посему они, сойдя, спрашивали его, не в сие ли время, Господи, ты восстанавливаешь царство Израиля?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями от Иерусалима и Самарии, и даже до края земли». И мы с вами знаем, что к тому времени Израиль, он был разделен на 2 царства. На Северное царство и на Южное царство, со столицей в Самарии, Шамрон, да, Северное царство. К тому времени Израиль, он уже пережил множество пленений, множество галутов, это и ассирийское пленение, и вавилонский галут. И на тот момент Израиль уже находился под протекторатом Рима и, по сути дела, был рассеян по всему лицу земли. И поэтому вопрос, который задают ученики, он на самом деле легитимный. И мы с вами знаем из многих проповедей, что верующие из народов, они говорят, эти ребята, они не были крещены Святым Духом и не понимали, что они спрашивают. Ведь Всевышний уже закончил с Израилем, и теперь начинается новый период, период тела или церкви из народов. Но вопрос, который задает Петр, он на самом деле легитимный и релевантный, потому что мы знаем, что ученики, они, по сути дела, были умные люди, которые знали Писание, и это мы позже видим, когда Петр на Шавуот, на Пятидесятницу, интерпретирует Писание при излиянии Святого Духа, он сразу начинает цитировать пророка Иаиля, он начинает цитировать Тегелим, и он знает, что из пророчества Иезекииля, да, излияние духа и замена сердец евреев произойдет после их возвращения из рассеяния. И только после этих всех событий, когда весь Израиль уверует, все народы, они обратятся и примут власть Бога Израиля и увидят, что действительно Бог верный своим обетованиям. Почему Петр задает этот вопрос? Потому что вот он, Машиах бен Давид, есть, все враги будут побеждены, и все народы наконец-то придут к пониманию того, что единственный Бог – это Бог Израиля. В том числе и Северное царство Шамрон, в том числе все иудеи, и в том числе евреи, которые были рассеяны по всему лицу земли. Но они не учли одного, что Всевышний открыл двери спасения через веру в Машиаха и для язычников. Поэтому позже мы с вами видим в Писаниях, что они были удивлены, что Дух Святой исходит также и на неевреев. Для них это было большое удивление. Поэтому, когда неевреи начали принимать Иешуа, и они учились у евреев из Торы и пророков, то Павел постоянно во всех своих посланиях учил о единодушии верующих из народов с народом Израиля. Это мы читаем в послании в Ефес. Один Господь, одна вера, одно крещение. Об этом мы с вами читаем в послании в Рим, где Павел говорит, что «возвеселитесь, язычники, вместе с его народом», цитируя пророков, и говоря о том, что Израиль, он спасется из обетований, а язычникам проявлена милость для спасения. То есть, по сути дела, Всевышний, он нажал на паузу во времени, для того, чтобы все неевреи могли на индивидуальном уровне войти в это спасение и присоединиться к святому остатку из еврейского народа, который уже к тому времени уверовал в Иешуа. Поэтому все человечество, оно в конечном итоге должно будет пройти через великую скорбь. Почему? Потому что мы знаем, что когда язычников стало больше, и антисемитизм начал в теле Мессии, антисемитизм начал увеличиваться, и благодаря языческому мировоззрению, теологии замечения, а также иудеям, которые не приняли Иешуа, тело Машеха, оно начало распадаться на множество-множество деноминаций и частей, что в конечном итоге привело тело Мессии к идолопоклонству. Поэтому будет еще один Мицраим или еще одна узость. Это Царат Гдоля, великая скорбь. Для чего это будет сделано? Для того, чтобы в первую очередь тело Мессии, оно могло очиститься от всех идолов, от всей скверны и приготовиться к приходу Машеха. Именно с приходом Машеха мы с вами видим, что еще будет одно излияние Святого Духа. И тогда мы увидим все
праздники, исполняющиеся вместе. Смысл всех праздников. Мы увидим Песах, когда весь Израиль будет выходить из рабства одновременно. Мы увидим воскресение из мертвых, то есть приношение первого снопа. Это будет воскресение праведников Танаха, общины первенцев, которые умерли до прихода Машиаха, а также тех, кто к тому времени уже уверовал в Мессию Израиля, Иешуа, верующие из народы. Это также будет Шавуот или Пятидесятница, где под воздействием Святого Духа все мы с вами, верующие в Машиаха Иешуа, преобразимся в образ и подобие Мессии. Это также будет Йом Труа, где праздник трубного зова, где Машиах, он спустится в облаках славы на эту землю. Мы также с вами увидим последнюю жатву, Суккот, и вечерю Агнца, брачный пир, где Машиах, он будет играть свадьбу со своим народом, со своей невестой. То есть все эти праздники, они раскроются одномоментно во всей полноте. Также мы увидим с вами Йом-Кипур, суд над народами. И тогда Машиах раскроется, и мы все преобразимся в его образ, и раскроется тот замысел Всевышнего, для которого, собственно говоря, Тора и была дана. Ведь мы знаем из послания в Рим, что конечная цель Торы – это Машиах. И, по сути дела, Тора – это семя Всевышнего, которое сегодня находится внутри нас. Это природа Всевышнего. И когда будет это последнее излияние Святого Духа, мы все преобразимся в образ Мессии. И, по сути дела, познаем Его таков, как Он есть. Родим Машиаха в этот мир. То есть то, по сути дела, сделаем, для чего Тора была помещена во внутреннего нашего человека. И благодаря действию Святого Духа мы раскроем тот образ, который Всевышний всегда хотел для всего человечества, чтобы мы явили этому миру образ Создателя. Пусть Всевышний всех благословит нас и поможет нам дожить до этого времени и уже сегодня в этой жизни являть образ Мессии для всех тех, кто окружает нас. Бешем Иешуа, Шаббат Шалом. Амен. Амен. Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова, мы благодарны Тебе за привилегию, Господь, сегодня жить в это время и в этом месте на земле обетованной. Мы благодарны Тебе за жертву Иешуа. Мы благодарны Тебе за Руах, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за Тору, которую Ты поместил в нас. Мы благодарны Тебе за привилегию того выбора, который Ты дал нам, за право жить в свободе и идти в свободу Царства. Спасибо Тебе за Твое великое милосердие к нам. Я прошу сегодня на этом месте, благослови. Благослови Твой народ, чтобы все, кто еще не знает Тебя, они пережили Тебя. Они пережили Твое присутствие. Они пережили Твое излияние. Они пережили Твое помазание. И они познали, что нету другого Бога, кроме Бога Израиля. И что Ты Бог живой. Благослови Ребе, Господь. Благослови его мудростью, чтобы каждое слово, сказанное здесь, оно было сказано в силе Святого Духа. Чтобы каждое слово достигло тех целей, для которого Ты высвобождаешь это слово. Чтобы мы все отсюда ушли измененными, преображенными в Твой образ и в Твое подобие. Молю Тебя во имя Сына Твоего, Иешуа Мессии. Амен. Амен.